Сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии встретился с журналистами. Вопросов у прессы накопилось много. Как будут решаться проблемы троллейбусного управления? Можно ли предприятию избежать банкротства? Не пострадают ли пассажиры после транспортной реформы в столице, которая коснется в первую очередь частных перевозчиков? Работа с городом идет очень плотная. Что касается транспортной реформы, все идет по плану. Она была начата с принятия документа планирования. И в полном объеме она начнет работать с 1 июля 2018 года. Что отдельные средства массовой информации пытаются развести эти моменты, я думаю, это несправедливо. Глава как-то высказался о том, что те права, которые предприниматели имеют, их не надо ущемлять. Но это никаким образом не идет вразрез с остановкой транспортной реформы. Транспортная реформа продолжается. И то, что ряд предпринимателей подали в суд и пытаются получить карты маршрутов и свидетельства, это параллельный процесс. И если даже они их получат и, скажем, выиграют в судах, то в таком случае документ планирования позволит работать по системе реформирования транспортной системы города Чебоксары, как и запланировано.